Уже больше 50 лет Нина Алаверт снимает балет. В русской и американской прессе она известна как непревзойденный балетный критик. Кроме того, она знаменита своими иллюстрациями к многочисленным книгам и альбомам. Выставка известного американского фотографа наконец-то добралась и до Владивостока. Известный критик и фотограф Нина Алаверт много снимает, много пишет, много ездит и часто выставляется. Сергей Довлатов, Иосиф Бродский, Михаил Барышников, Владимир Высоцкий, Марина Влади, Николай Цискоридзе, Диана Вишнева и многие другие не раз попадали в ее фотообъектив. Когда я делаю фотографии, перед мной стоит только одна задача – как можно точнее поймать и передать на фотографии состояние артиста в этот момент. За много лет работы у Нины Алаверт сложился свой совершенно определенный стиль и художественный почерк. Ее фотографии создают обманчивое представление незавершенности. Просто летящий Барышников, просто присевшая на барьер ложи, отвернувшаяся от объектива куда-то в сторону темного партера Махалина, просто пойманный на изломе позы Андрис Лиепа. Снимки, кажется, устремлены к одной цели – понять, в чем же особенность именно этого человека. Когда ты знаешь артиста, ты уже ждешь и ловишь именно тот момент, который для него самый выразительный, самый интересный. Это, в общем, такая интересная работа во время спектакля – поймать то, что артист не знает, как ты себя проявляет. Это ведь, в общем, театральное искусство, оно мгновенное искусство. Критики и друзья фотографа уверены, у Нины Алаверт потрясающее чутье на одаренность. Ей удается распознавать будущих звезд в еще никому неизвестных талантах. Так много лет назад было с Барышниковым и Довлатовым. Их снимки Нина Алаверт делала, когда эти фамилии были незнакомы широкой публике. Сегодня в центре ее внимания Диана Вишнева. Да, я считаю, что это сейчас, в данный момент, это лучшая балерина мира. Я считаю, конечно, это индивидуальная точка зрения. Работы Нины Алаверт сегодня находятся в коллекциях театральных музеев Санкт-Петербурга, Москвы, театральных библиотеках Нью-Йорка и Петербурга, частных коллекциях России и США. Жители и гости Владивостока смогут увидеть легендарные снимки до 18 ноября в стенах галереи «Арка». Марина Абалешева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.